А в Ухте тем временем в обновленном мини-зооуголке при центре творчества имени Корчевского открылась своя елка желаний. Посетители могут выбрать, какое животное должно появиться здесь в ближайшее время. Для этого достаточно оставить пожелание на елке. Можно писать, конечно, кого угодно, но с разумным подходом нужно, потому что жирафа, слона, допустим, пока мы не сможем принять и содержать, и создать нормальные условия. Допустим, маленького крокодила можно, и обезьяну и грунка можно, дальневосточного кота, такого мини-леопарда, да, как сегодня дети мне сказали, да, наверное, тоже можно. После новогодних праздников руководство мини-зоопарка составит список по итогам неформального социологического опроса и начнет исполнять желания. Пока горожане чаще просят игрунковых обезьян, которые жили в мини-зоо до переезда. И это пожелание реализуют уже в ближайшее время. Вольер для них был предусмотрен с самого открытия. Пока в нем вольготно живет белка, с появлением обезьян она переберется в вольер поскромнее.